выросшего вопреки советскому интеллектуальному дискурсу. Эпоха вот этих постсоветских уникальных мыслителей уходит вместе с ними. Они умирают один за другим, и замена им не предвидится, потому что сменился мир, изменились люди, изменились как и идеологические, так и интеллектуальные установки. Масштаб того интеллектуального усилия, которое двигал Гейдар Джахидович в этом мире, он действительно поражает. И кто придет ему на смену? Сейчас нужны люди, которые доносят простым, понятным языком вот эти вещи, не усложняя для людей, а облегчая понимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Печальное известие. Умер Гейдар Джахидович Джемаль. Все мы Аллаху принадлежим, к нему возвращение. Просим за него дуа, чтобы все благое, которое он делал в этой жизни, было ему принято, чтобы все ошибочное, что он делал в этой жизни, было ему прощено. Аминь. Гейдар Джахидович – уникальный человек в российском политическом, интеллектуальном пространстве. К сожалению, можно уже добавить слово «был». Уникален он тем, что он единственный, по большому счету, кто показал всем русскоязычным людям, людям, находящимся в пространстве русскоязычной культуры, постсоветского культурного слоя, он показал, что мусульманин может быть не только безграмотным крестьянином или каким-то страшным террористом или каким-то вещающим очередные благоглупости звездочетом, а именно интеллектуалом высокого полета, способным говорить на самые серьезные, на самые глубокие темы и выдавать мнение, отличное от общего тренда, от каких-то навязанных стереотипов. В этом плане он был, конечно, велик, и такого второго нет. К сожалению, к большому, вот эта эпоха постсоветского, выросшего из Советского Союза, да, вернее, скажем так, выросшего вопреки советскому интеллектуальному дискурсу, эпоха вот этих постсоветских уникальных мыслителей уходит вместе с ними. Они умирают один за другим, и замена им не предвидится, потому что сменился мир, изменились люди, изменились как идеологические, так и интеллектуальные установки. Жаль, жаль, безусловно, потому что масштаб того интеллектуального усилия, которое двигал Гейдар Джахидович в этом мире, он действительно поражает. И кто придет ему на смену, мы не знаем. И что из этого будет, мы не знаем. Но повод ли это для того, чтобы бросить все? Нет. Будем жить дальше. Будем продолжать работать каждый по-своему, двигаться каждый в своем направлении, не забывая о том высочайшем уровне, который задал нам Гейдар Джахидович, который останется для тех, кто его знал. Мне Аллах даровал такую милость, я знал его лично, мы с ним достаточно много общались. Сейчас я очень жалею то, что вот в последние годы все как-то собирался, все, да, откладывал очередную с ним встречу, беседу, но потом теперь уже вот
иншаллах, встретимся уже там, если будет на то воля Аллаха. То ли в видео, то ли в частном разговоре он говорил про Джамаля, что он пользуется, так скажем, немецкой философией. Что ты имел в виду под этим? Гидар Джахидович вышел из определенной такой нонконформистской среды советских интеллигентов, которые попытались стать интеллектуалами. Это была достаточно такая сплоченная группа людей, объединенных именем Мамлеева, из которых потом вышли такие титаны, как советской, так и постсоветской интеллектуальной мысли, как Головин, как Дугин, как Гейдар Джахидович, да? И они основывались на том, что получали определенные знания не из официальных советских источников, да? Они имели доступ к спецхранам, они были... читали на немецком, на английском, там владели разными языками, да, и, соответственно, получали информацию о философских, интеллектуальных и прочих изысках, накопленных человечеством за прошлые там века, не из того, значит, советского принципа «не читал, но осуждаю», да, а из того, что было на самом деле. И, конечно, скажем, тот же самый Майстер Экхарт, он оказал колоссальное влияние на мировоззрение Гидара Джахидовича и его там, значит, окружение. Да? Вот. Безусловно, он был мусульманин, и он декларировал свой ислам, и он все равно в каких-то базовых вещах он опирался на исламские постулаты, да, и хотя я вот лично во многом не согласен с его именно интеллектуальными выводами, но сама вот эта вот идея того, что человек своим интеллектуальным усилием он должен постоянно двигаться вперед, изучая тот багаж знаний, который был накоплен раньше, и делая выводы, исходя из вызовов современности, она мне очень близка. И само словосочетание «исламский интеллектуальный метод» я услышал впервые от Гидара Джахидовича. Хотя, еще раз говорю, я во многом с ним не согласен. Но концептуально, как человек, стремящийся к знанию, он, конечно, очень близок и очень интересен. Ну, вообще, наверное, все знают и видели. Да? То есть были нападки некие, да, на Джамаля. И видно было его некую такую неприкасаемость. Да? Вот. То есть отсюда можно сделать вывод, что это власти. Ну, это место, этот человек нужен был власти. Да? Вот. Если он ушел, значит, это место кто-то в любом случае должен занять. Какие-то кандидатуры, возможно, да. Кого вы вообще видите? Потому что, ну, того же Максима Шевченко, да, он не мусульманин. Он, наверное, не подойдет на эту роль. Он занял свою роль, да, так скажем. Вот. Ну, во-первых, я хотел бы вот уточнить. Вот что значит «нужен власти», да? Наверное, да. Наверное, он был нужен власти. Но это не повод упрекнуть его в том, что он там типа продался, да? Нет. На самом деле, любой власти, какая бы она была не самостоятельная, все равно нужен какой-то интеллектуальный потенциал, который действительно был бы хотя бы чуть-чуть, но независим от общего тренда. Потому что, ну, должно быть там какая-то вот у любой здравомыслящий, как политик, так и там, не знаю, финансовый, там, хозяйственный руководитель, он должен понимать, что должен быть какой-то взгляд со стороны. Да. Не просто те люди, которым платят за то, чтобы они говорили то, что нужно, а то, чтобы были те люди, которые говорили так, как должно быть. Понятно, что сейчас они уже стали не нужны. Но вот Гидар Джахидович и его коллеги, значит, по вот той группе, да, интеллектуалов, вышедших из Советского Союза, они шли как бы по старой памяти. То есть все уже привыкли, что да, они нужны. В одно время их слушали. И так вот это как бы вот по той же колее все это и катилось. Грубо говоря, современные псевдоинтеллектуалы ждали, что они все наконец-то умрут. Вот, ну да, все мы не вечны. И
Люди начали умирать, время приходит. Вот. Кто его может заменить? Я не знаю. Очень сложно, значит, заниматься и тем, и тем, и тем, да? Значит, ну, как бы человек, который занимается бизнесом, ему тяжело заниматься и наукой одновременно, к примеру сказать, да? Потому что это занимает время, силы, интеллектуальные ресурсы и так далее. Поэтому, ну, кто может не заменить, что ли? Да, заменить его невозможно, еще раз говорю. Потому что, в первую очередь, ну, и учитывая его, действительно, уровень как человека, как личности, да, как мыслителя. А но главное, это все-таки изменилась сама среда. То есть, вот сейчас личности такого формата, они сейчас, в общем-то, не нужны. Потому что Гидар Захедович, он при всех его стремлениях, скажем так, войти в реальную жизнь, да, он все равно оставался несколько отдаленным от нас всех. Вот этот уровень высокого мыслителя где-то там наверху, да, особенно с его терминологией, с его, значит, лекциями, которые он давал, которые я, это было очень интересно наблюдать за людьми в зале, да, вот это вот абсолютно восторженное непонимание в глазах. Что он говорит, не знаю. Но что-то очень умное. Это было. Да? Значит, к сожалению, и может быть, и, не знаю, к счастью, не важно. Но главное, что это уходит. Сейчас вот этот принцип, он не востребован. Сейчас нужны люди, которые доносят простым, понятным языком вот эти вещи. Не усложняя для людей, а облегчая понимание. Такие, как я. Да, ну что так, без ложной скромности, да? Вот. Я, безусловно, не претендую на роль, значит, философа или такого вот глобального мыслителя, как Гидар Захедович был, да? Но сейчас настало наше время. Когда-нибудь умрем и мы. И я надеюсь, иншаллах, что кто-нибудь скажет добрые слова, и когда джаназа будут читать уже мне. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.